Привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня нашел хороший перспективный проект, называется SwapZee. Это уникальный проект. Вы здесь можете быстро и безопасно обменивать свои стейблкоины между сетями. Перспектива у этого проекта есть, так как на рынке у нас более 126 миллиардов стейблкоинов, поэтому спрос будет у этого проекта. Он уже активно набирает обороты, потому что он удобный, быстрый, сверхбезопасный. Также здесь можно очень быстро обменивать свои стейблкоины между цепочками во всех блокчейнах практически, да, и заменяет необходимость использования моста. Здесь не нужно никаких аккаунтов, без проверки, без верификации, без кик, поэтому данный проект будет пользоваться большим спросом. Здесь можно обменивать эфириум, Binance Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Cardano, Huobi, Velos, а также CoinEx Smart Network. Здесь у нас доступно несколько языков, это китайский, а также английский. Здесь у нас идет вступление, описание этого проекта, а будущий DeFi уже здесь. Это первый проект в своем роде, и, друзья, здесь реально большое комьюнити. DeFi готов сделать в Web3, никаких аккаунтов, никаких верификаций, подтверждение личности. И поэтому, друзья, такие реально проекты будут пользоваться спросом, потому что люди востребованы в таких проектах. Также в будущем у них появится уже свое приложение, которое вы можете скачать уже себе на телефон и пользоваться. Поэтому, друзья, также присмотритесь к этому проекту, как и я. Все ссылки будут в описании, переходите, смотрите, ознакомьтесь. Партнеры данного проекта — это Брузило, BSCPad, также TronPad. Здесь проходило IDO данного проекта. Внизу у нас есть социальные сети, можем переходить, ознакомливаться и смотреть, что это за проект более детально. Ну а мы, друзья, отправляемся сначала на ставку. Здесь можно стейкать, фармить. Для этого нужно же, конечно же, покупать данные токены, потом уже переводить сюда, подключать свой кошелек и зарабатывать на данных токенах. Здесь, друзья, в управлении все как обычно, также и для стейкинга. Просто нужно approve, потом перевести свои средства сюда. И все, потом мы можем нажимать кнопочку claim и зарабатывать заработанные наши средства. Если вам это интересно, переходите, ознакомьтесь. У нас уже общий total стейкер 563 человека. Также у проекта уже есть листинг на CoinMarketCap. Здесь цена 0.028 цента. В обращении будет вот это количество токенов, 1 миллиард получается. Рыночная капитализация при полной эмиссии будет 28 миллионов долларов. Также здесь у нас есть адрес контракта. Переходим, что у нас, посмотрим на BSC Scan. Здесь холдеров больше 9000. Для того, чтобы добавить себе токен, просто копируем адрес контракта и добавляем себе в MetaMask, а также в Trust Wallet. Видим, что у нас были хаи огромнейшие, потом пошла коррекция длительная. И сейчас вот уже, в принципе, на красных линиях можно потихоньку закупаться данным токеном, потому что, друзья, применение их проекта есть. И я думаю, в будущем это будет пользоваться огромнейшим спросом. Также можем посмотреть на рентабельность инвестиций, она составляет 472%. Но еще, друзья, у нас не альт-сезон, и когда это будет, я думаю, опять же, хаи такие, возможно, снова будут. В общем, друзья, здесь различные статьи есть, можете переходить, смотреть, здесь как рассказывается, как пользоваться фармингом, стейкингом, когда это все запускалось, когда были листинги, в общем, вся история здесь есть, можете переходить для общего ознакомления и изучать информацию о данном проекте. Идем далее, давайте отправляемся теперь в Twitter, здесь подписчиков больше 60 тысяч, также картинка, как это все работает, это у нас будет эфириум, Velas, Polygon, Binance Smart Chain, можно обменивать стейблкоины очень легко, быстро и практически, друзья, с минимальными комиссиями. Также есть важный партнер у этого проекта, это Vagiswap, потому что Vagiswap добавил информацию о данном проекте у себя на сайте. Вы это видите в этом видеоролике. Также можете перейти, ознакомиться. Постятся регулярно посты, много лайков, репостов. Видим, что активный твиттер у них, это очень хорошо. И вот также много партнерств у нас уже есть с Gira, на который я же выпускал обзор. Также крутейший проект. Есть еще AstroSwap, Exchange Listing. Поэтому, друзья, проект действительно хороший, перспективный. Я думаю, он будет в будущем набирать хорошие обороты. Поэтому ссылочка в описании, переходите, ознакомьтесь, возможно, в будущем мы с вами на нем очень сильно заработаем. И давайте еще посмотрим, где же у нас торгуется данный токен. Пока что у нас торгуется на PancakeSwap, но информация будет обновляться и будут дополнительные биржи участвовать. Я думаю, это уже будет скоро Vagiswap, также AstroSwap, поэтому, друзья, бирж уже будет, в принципе, предостаточно.
Пока что у нас листинги идут именно на DEX-ах. В будущем, я думаю, появятся еще и на CX-биржах. Друзья, на этом буду заканчивать. Надеюсь, данный ролик вам понравился. Подписываемся на мой канал, пожалуйста. Также ставьте лайки, дизлайки, пишите обязательно свои комментарии, что вы думаете о данном проекте. А также подписывайтесь, пожалуйста, еще на TikTok и Telegram. Всем профита, пока-пока.